Губернатор Московской области выступил в эфире телеканала «Россия-1». Андрей Воробьев рассказал о строительстве на территории Подмосковья путепроводов в местах пересечения автомобильных дорог и железнодорожных путей. Путепроводы решают огромное количество проблем. Каждый переезд стоит от 1,5 до 4 миллиардов рублей и строится порядка 2 лет, уточнил Андрей Воробьев. В городе Сочи состоялся первый фестиваль культуры и спорта «Сочи-2016». На берег Черного моря в эти дни съехались творческие коллективы и юные спортсмены со всей России. В рамках фестиваля проходил творческий конкурс «Олимпийская ривьера». Хореографический ансамбль «Видновчаночка» принял в нем участие и стал лауреатом первой и второй степени в 2 номинациях. На конно-спортивной базе «Казачий дозор» прошел традиционный январский праздник «Рождество на хуторе близ Видное». Несмотря на морозы и настоящую зимнюю метель, мероприятие получилось очень интересным и по-казачьи веселым. Вместе с вокальным коллективом «Родничок» под руководством Елены Стрельниковой гости пели колядки, танцевали и играли в подвижные игры. Уже 3-й год подряд новогодние каникулы в библиотеке для ребят проходит новогодний мастер-класс, который проводят учителя технологии из Видновской гимназии. Маленьким посетителям библиотеки и их родителям было предложено сделать новогоднюю подвеску. Трудились все, и дети, и их родители. А потом все были приглашены на новогоднюю елку. После праздника маленькие гости библиотеки ушли домой не только с новогодними подарками, но и с подделками, сделанными своими руками.